Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Catfisher. Или поймай рыбку, если сможешь. Так, ну что, Корги, нам пора с тобой, наверное, отправляться на рыбалку. Нам нужно поймать еще с тобой две рыбки. Это лотос. Мы до сих пор еще с тобой находимся в рифах, и 86% у нас пройдено. Ну что ж, давай. Надеюсь, мы сейчас с тобой увидим ту самую рыбку. 29-й день, мы уже с тобой рыбачим. Ничего себе, как быстро тут летят денечки. Ну давай, давай, давай. Кстати, я себе немножко, ребята, улучшил баллон кислородный. Буквально на одну единичку, но это тоже хорошо, и видно, что сказывается. Так, максимальная комбо у меня. Упс. Двоих сразу поймал, прикинь. Ха-ха. Давай, иди сюда. Солидно. Так, а где кислородик, а? Мне нужен кислород. Опа, опа, опа. Новое достижение, ребята. Куда? Ты посмотри, а? Ты посмотри, что делает. Ай-яй-яй. Да что ж такое, я поймать даже не могу. Вот. Так, это не рыба-пузырь случайно, не? Вон, походу, рыба-пузырь. Она мне нужна, друзья мои, для того, чтобы кислород получить. Окей. Так, черепаха. Ого. Сколько тут этих охотников-то? Посмотри, прибыло. Дай-ка я эту попробую белугу поймать. Опа, вот она, вот она, вот она, вот она, эта рыба. Да. Сколько мне нужно еще? Блин, я не вижу, ребята. Ё-моё, не успел, да? Мне оставалось, по-моему, две рыбки или даже одна. Опа, 91%, друзья мои. Тысячу монет. Да не будем мы с тобой смотреть эту рекламу ради тысячи монет. Оно того не стоит. Так, сегодня отличная погода, волны приличные. В общем, я пошел на рыбалку. А этот торгаш пускай там стоит. Я не знаю, что он хочет от меня. Поменять детальки, да? Втридорого или наоборот продать. Это не по мне. Я буду здесь нормально. Да что ты, Корги, ты что промахиваешься? Еще раз, ребята, объясняю. У Корги специализация, знаешь, какая? Вокруг себя вот этих вот рыбешек приманивать. То есть они возле него кружатся постоянно. И это очень сильно напрягает, если честно. Максимальный комбо. О-о-о-о. Дай-ка я сделаю вот так вот. Упс. Ха-ха. Ну что ты тут кружишься? Кислорода маловато. Кислорода маловато. А давай я так сделаю. Да я же хотел сетку. Вот. Поймал же? Поймал. А как она так вырвалась? Ты извини меня, а? Этот бычок. Понятно. Вот эти хищники, вот честно тебе скажу, они меня очень сильно напрягают. Ну? Да я же вот в эту рыбу. Во-во-во, дай вот этого хищника поймать хотя бы одного. Ах, сколько мы заработали монет? Покажи мне, пожалуйста, полный список. Ну-ка. Слушай, ну почти 3000 монет. Я, знаешь, что сейчас сделаю? Я, наверное, улучшу еще себе кислородный баллон. И ведь я могу. Так, секунду. А что у нас тут? Ага, награду получили мы с тобой. И все. Нет, ребята, бас тоже дает нам награду. Ну и пока все. Так, баллон. Я могу лодку могу купить себе, да ну. Серьезно, друзья мои, смотрите. Позволяет доплыть до пещеры. Занимает третье место в списках рекомендованных котами капитанами кораблей. Беру. Новое достижение. Плыть все дальше. Ну что, а там нужно будет 600 деталей и 100 тысяч монет. Это для меня дороговато, если честно. Так, что у нас тут в новостях? Погода, говорят, отличная будет у нас, поэтому готовимся, друзья мои, на рыбалочку идти.
А давай мы с тобой сейчас сплаваем в новую локацию, а? Пещера. Пещера теперь совсем близко, но я бы не сказал. Так, океан чуть глубже, здесь полно камней и пещер. Тут много живности ползает по морскому дну. Ну давай, по морскому дну. Ух ты, новые рыбки. Так. Отлично. Ловится превосходно. Да я, наверное, вот так вот сделаю. А кто там у нас ползет, ты посмотри. Это кто такой? Это маленький крабик. Почему я не могу по нему попасть? А-а-а, жук какой. И как ты прикажешь тебя ловить? Ну-ка. Поймал. Давай, рыбки, идите. Ну, я же хотел сетку. Вот так вот. Новая медуза. Придется поймать ее, ребят. И не поймал, да? Нет, все-таки я вытянул. Так, сейчас посмотрим. У нас с тобой, ё-моё, посмотри, сколько новых всяких рыб. И заработал я всего 1237 монет. 20% выполнил. Слушай, давай, наверное, сейчас мы... Погода хорошая. Окей. Давай посмотрим, что у нас за рыбка здесь новая. Так, где тут у нас поменять? Ага, вот здесь. Рыбка-шар. Да, друзья мои? Номе. Щипач. Самое удивительное, почему про них нет описания? Раньше нам давали описание каждой рыбы, а сейчас почему-то этого нету. Ладно, я поплыл тогда дальше. Мне надо еще очень много... Что? А, здесь же миссию я не выполнил. Ну, поехали сюда, поплыли. 32-й день. Этих мы сразу с тобой, наверное, сейчас выловим всех, да? Чтобы они тут... Опа, они мешались нам. И делаем комбо. Опа, мелкая уже прикатила. Давай-давай-давай-давай, бомбим. Так, медузу ловить нежелательно. Так, яблочная рыба. Ну. Так, это что у нас тут за пузырь? Ну, что... вот эти вот, конечно, бесят, очень бесят. Может быть, их вот так вот всех выловить, а? У меня 29% кислорода. Сейчас, ребята, у нас закончится с вами наша рыбалка. Вот она. По-моему, поймал, да? Еще... А, все, ребята, все. Сколько нужно было, я столько поймал. Я эту черепаху ловить не буду и поймал. Она сама виновата. Она подплыла слишком близко. Ого, почти 1000 стоит вот этот у нас белуга, или как ее там, сардина. Почти 1000, сейчас должен быть хороший, в принципе, улов у нас. 2700. Так, пропускаем. 2700, плюс котик мне сейчас даст. А, 25 деталей. Окей. Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой сходим в аквариум в наш. И выпустим, наверное, пару рыбешек, как ты думаешь? Где у нас? Угу. Так, а это вот покупать нужно? Да, ребята, это все нужно покупать. И причем дешево? Не дешево это стоит. Ого, 3000 деталей, вы серьезно? А рыбы какие тут есть? Почему-то вот такая только у нас. А, можно покупать, все, я понял. Давай, наверное, вот этого можно взять? Все, пускай ползает по дну. Хищника, мне кажется, лучше сюда не брать, друзья, потому что он, наверное, все рыбы тут пожрет мне. Вот эту можно, например, взять. Ну-ка. О! Ползает. Прикольно. У каждой рыбки еще есть...
смотри-ка, довольность или недовольность. В общем, каждый со своим характером. Так, а у нас с тобой что-то тут новости какие-то. Опять про погоду. Эй, как делишки? Мы с капитаном Бульдогом делаем аквариум. В нем будут восхитительные моаи и золотые статуи. Говорят у рыбаков, аквариумы сейчас в моде. Ты не хочешь себе завести? Ну, вообще-то у меня уже есть аквариум. Так что я вас опередил. Они еще только собираются, да, заводить аквариум, а он у нас уже есть. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. У нас всего лишь 33% выполнено, поэтому рыбка тут должна водиться. Редкая, которой у меня еще нету. Ловим. Так, максимальная комбо. Так, подожди, 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 подожди. Они меня, ребят, тут одолели. Упс. Ого, ты посмотри, какой гигантский, ребята. Ай. Это же надо было такая, ребята, в медузу-то попасть. Попал в медузу, ребята, и у меня все здоровье практически закончилось. А я вон того хотел гигантского краба поймать. Так, и сколько у нас? Ну, это вообще мало. Блин, медуза прям вот сунулась. Так, значит, придет торговец. Хорошая погода. Я пошел дальше. Я не собираюсь тут, ребята, засиживаться. Я хочу получить того краба, который ползал, да? По морскому дну. Он, наверное, еще и дорого стоит при этом. Так, давай ловить твою рыбу. Так, хорошо. Отлично. Найс. Так, как мне объяснили, друзья мои, когда мы с вами повышаем комбо, у нас очень быстро идут волны. Но я, если честно, не вижу этого. Так, я вот так вот сделаю. Опа, всех. О, новая рыба, ребята. Ну. Да иди ты, еще и не поп... Ну-ка, давай так сделаем. Я говорю, сетку. Да ну как так-то, ё-моё, я не пойму. Я их не смог пробить, друзья. Я совсем забыл, что мне нужно прокачивать гарпун. Ну вот как так можно было забыть, а? Я и думаю, что-то мы с вами хандрим. А потому что у нас гарпун-то не прокачанный. Так, что будем его прокачивать? Угу. Протыкание, видишь, какое слабое протыкание. Вот, слушай, а может быть нам вот эту купить с тобой? Гарпун-пушка. Будем копить. Нам нужно 20 тысяч. Привет, дружище. У меня почти достаточно деталей на покупку новой лодки. Хе-хе, хочешь знать, какая у меня? Их так быстро на... Привет, дружище, у меня почти достаточно деталей на покупку новой лодки. Хе-хе, хочешь знать, как у меня их так быстро набралось? Помнишь, я писал тебе про друга, который продает детали за монеты? С ним можно торговаться, а иногда получается выторговать в два раза больше деталей. Поэтому у меня их теперь так много, и ты тоже попробуй. Так, 1, 2, 6, вот это что такое? Эти должны сработать. Купи мне пару деталей, если выиграешь в лотерею, хорошо? Слушайте, а у нас с вами вот что доступно. Да, я пойду туда. В мечту рыбака. Блин, даже здесь 50%. То есть мы еще не всю с тобой космическую рыбу здесь выловили. Ловим. Здесь надо... Так, вот пузырь, когда мы с вами попадаем. Так. Пузырь, 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 пузырь. Есть, поймал. Так, рыбка. Да это мы-то с тобой улетели слишком далеко. Вон, 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 вон. Ай-яй-яй-яй-яй. И сколько мы наловили? Ну, ребята, это вообще мало. 2500, представляешь? А раньше у нас здесь не меньше 5000 выходило. Что-то тут у нас все моргает, я не могу понять. Ну и что? Это все у нас было.
Тут ничего нового нету. Ага, рыба-шар. Награда. Я не могу понять одного. Почему нет описания? А раньше описывали нам рыб. Кто она, откуда и тому подобное. Сейчас ничего такого нету. У меня мало, друзья мои, монет. Очень мало, поэтому я хочу порыбачить здесь. И я хочу купить себе новый гарпун, у которого будет очень хорошее протыкание. Ты посмотри, вот, только сейчас поймал. Вот она еще. Опа. Давай, давай, давай. Вот так сделай тогда. И еще вот так вот. Поймал. Опа, опа, новая рыба, ребята. Поймал я ее, а? Так, вот этого нужно поймать, наверное. Он с кислородом, скорее всего. Это все у нас было. Так, дай-ка их, наверное, оглушу. Иди сюда, пузырь. Поймал, да? Поймал. Опа, смотри, 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 какая. Я ее поймал, друзья мои. Еще одна новинка. Да идите вы, блин, они, это, ребята, хищники, оказывается. Это, оказывается, у нас хищники. Ай-яй-яй. А я-то думал, что их здесь нету. Угу. Наивный. Вот они-то как раз всю рыбу с крючка у меня и съедают. Новое достижение. Любовь к боли. Слушай, ну 3500 монет мы с тобой все-таки заработали. Так, ну ладно, давай глянем. Так, ну еще 1700 монет в копилочку, да? Этого мало. Мы с тобой собираемся купить новый гарпун. Он стоит 20 тысяч. Так. Сегодня отличный денек. В море вы можете больше времени провести под водой. О как. Тогда срочно на рыбалку. Пойдем в пещеры. Вперед. 37-й день. Так, погоди. Дай-ка я, наверное, оглушу. Поймал я ее, да? А кислорода она мне не прибавляет. Ну где вы, рыбки? Мне нужны редкие экземпляры, которых у меня еще нету. Тут как-то очень быстро кислород у меня кончается. Да, вот и все. Но, тем не менее, у нас с тобой уже почти 10 тысяч. Новое достижение. Охотник на рыбешку. Хорошее достижение. Ну что, 10 тысяч у нас в кармане. Так, что тебе надо? Вот бы съесть такую рыбку. 6 литка всего-то лишь. Так я тебе сейчас... Так, эти должны сработать. Купи мне пару деталей, если выиграешь в лотерею. Комфортная температура воды и изобилие еды позволяет рыбам расти. Крупная рыба будет появляться чаще обычного. О, как. Поэтому пойду-ка я ловить ледок. 6 штучек мне всего нужно. Вперед. Время роста. Ох ты. А, это ледок такой? Ничего себе, он вырос. Так, подожди, мне нужен ледок. Медуза, уйди. Да я тебя не хочу ловить. И? Ну давай, 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 давай. Ну что там, не пойму, что замешкалось все. Вот, вот эту надо. Она стоит 1000, ребят. Я ее поймал. Ну-ка. Он когда надувается, ребята, его ловить бесполезно. Да иди ты сюда, черепаха. По-моему, поймал, да? Ну что, давай посмотрим, сколько мы с тобой получим денег.
2700. И плюс еще тут 1300. 1365 монет. Так, друзья мои, еще нам нужно где-то 6000, да? Держи ледок. Да, 6000. Даже меньше, 5. Так, опять торговец пишет. Ага, хороший денек. Блин, 5000. Пойду-ка я, наверное, знаешь куда? На новую карту, в пещеру. Мне хочется просто здесь что-нибудь поймать новенькое, понимаешь? Но вот эта вот рыба не дает мне тут нормально порыбачить, она везде лезет. Так, комбо, комбо, комбо. Угу. Так, предположим. Куда ж ты убежал, а? Да ладно, блин. Да, медузы тут, конечно, очень сильно бомбят, друзья мои, очень сильно. То есть, если ты хочешь поймать классную, хорошую рыбу, получается, ты должен здесь платить за время, ты понимаешь? Только в этом случае у тебя будет успех. Ну-ка, что у нас тут с тобой? Давай глянем. Так, Акантурус дает нам 5 металлолома, и все, да? Смотри, ну вот здесь, например, пишут. Смотри, вот про этих рыб написано все. А почему же вот про тех тогда не пишут, а? Не знаю, друзья. Так, привет, дружище. Я купил новую лодку и заплыл за рифы. Там много пещер и совсем другие рыбы. И я так разволновался. Бросал гарпун, пока воздух не сяк. В следующий раз подготовлюсь лучше. Ну... Тихо, у нас, ребята, с вами есть еще мечта рыбака. Давай, срочно сюда. Сейчас будем с тобой ловить здесь. Это наш шанс получить. Да давай ты уже. Пузырь. Пузырь. Да блин, ну как мне вот, вот как мне его поймать? Вот объясни мне, а. Да никак. Просто... Нет, поймал все-таки. Куда тебя выкинул-то, ё-моё, куда-то в бездну. Да, нарыбачил. Всего лишь на 1000. Всего лишь на 1000. Интересно, что происходит? Рыбешки в океане так и кишат. Берите сети и вперед на рыбалку. Ага, намек понял. Беру сети и побежал на рыбалку. 3000 монет. Неужели так сложно накопить на 3000 монет? Ну не может же быть такого, а, ребят. Где тут рыба кишит? Я его в упор не вижу. Прям кишит, говорили мне. Это разве кишит? Это так... Баловство. Ага. Так, прям двоих ловишь. Прикольно. Немо, иди сюда. Опять охотники эти, не охотники. О, здоровая медуза. Ее лучше не ловить. Иначе она мне все это... Ой, все здоровье отнимет. И вот надо было мне ее поймать, а, ребят. Сколько я хотя бы заработал? 1200. Ну это никуда не годится, ребята. Ну 1200, ну что это, а? Что там у нас опять? Ну, посмотрим. Ага, маленькая цветуза дает мне 5 металлолома. По новостям у нас погода хорошая. В каждой области есть свои плотоядные рыбы. Понял. Плотоядные рыбы. И я хочу посмотреть на плотоядную рыбу именно на пещерах. Потому что там я еще ее не видел. 42-й день мы с тобой рыбачим, представляешь? Ну где эта плотоядная рыба-то вся? Я жду.
Кислород только трачу, а никакого, ребята, прибыли я не чувствую. Во-во-во. Когда кислород кончается, приплыли. Сколько они стоят, кстати? 64 монеты. Короче, меня обманули. Сказали, будет здесь много рыб. А на самом деле ни шиша не было. И сколько заработал я? Меньше 1000. Ой, друзья мои, меньше 1000. Все только и говорят о вашем аквариуме. Не возражаете, если мы заедем на остров и сделаем парочку фотографий? Сотрудник отдела рекламы Чайка. Погода хорошая. Так, порой здесь попадаются уникальные камни-рыбки. Говорят, они не выплывают из пещер, потому что не любят солнечный свет. Так, камни-рыбки в пещерах, да? Я намек понял. Надеюсь, у меня получится поймать этих странных рыбок каменных, а? Вон же наживка лежит. И не хотят, главное, да, ее ловить. Так, предположим. Где камни рыбки? Интересно, я вот этих могу поймать? Ух ты, смотри, какая толстопуска. Дай толстопуску поймать. Поймал. Где они нашли тут? Не знаю, ребят. Но есть и хорошие новости. Мы с тобой накопили на гарпун. Поэтому пойдем сейчас быстренько его приобретать. Сила прокалывания очень хорошая. То есть мы с тобой можем ловить с первого раза тех рыбок, которых не получалось. Вот. Покупаю. Гигантский гарпун. Очень низкая скорострельность. Ага. Очень прям низкая, да? Прям, ну, трындец какая низкая. Так, торгую с детальми. Погода пасмурная, в такой день, как сегодня, долго побыть под водой не получится. Эх, это плохо, что я не смогу. Сейчас посмотрим заодно, как у нас гарпун этот работает новый. Насколько у него низкая скорость. Ого. Зато посмотри, как он бомбит. Фью. Ну-ка, он просто пронзает все. Это, кстати, не очень хорошо, потому что... Эть. О, видел как? Нашинковываю просто. Ха-ха-ха, вот так вот будешь знать, как мою рыбку тырить. Ну вот с медузами, конечно, это не айс. Так, тихо, вот жиробас. И медузу, вот надо было медузу тебе пробить. А я хотел того пузыря поймать, думал, сейчас все нормально будет. Эх. Чтобы улучшить нам с тобой гарпун, нам понадобится 4000 монет. Секешь? Брат, у меня теперь столько друзей, я счастлив. Хочу съесть пару литков. Письмо от застенчивого братишки. Это вот от него, что ли? Опа, у нас с тобой опять доступна мечта рыбака. Что-то сегодня зачастило, кстати. Мечта это? Ну-ка. Вот так вот, хоба. Если бы мне еще хоть... О, новинка, новинка. Да дай эту новинку-то поймать, блин. Есть. А я поймал, друзья мои, новиночку-то. Какую-то маленькую креветочку. Угу, 1800. Чуть-чуть буквально, да? И мы с вами купим улучшение для гарпуна. Привет, дружище. У меня все тихо. Видел на днях в пещере косяк кальмаров. Они прилипли ко мне. Еле от них избавился. Если доберешься до пещеры, смотри в оба.
по скрипту. Они обычно плавают косяками. Их можно ловить сетью. Что-то он мне расхваливает свои пещеры, а мне почему-то там не везет. Не знаю, ребята, в чем проблема? В баллоне, наверное, надо баллон покупать. Еще лучше делать его, да? Так. Блин, опять медузы идут, а? Тихо. Где же крупная рыба, а? Где кальмары? Вот. Давай. Ну что ты там встала? Да. Ну. Да не может быть, пробил, да? Все-таки пробил. Я поймал ее, не надо мне свистеть. Сколько я заработал? 1000 всего лишь. Всего лишь 1000. Ну что тебе надо? Вот бы съесть такую рыбку. Свинорыбки. Угу. Свинорыбки. Гарпунчик. Опа. Слушай, смотри-ка, трезубец. Бонус 30% к протыканию крупной рыбы. Очень высокая скорострельность. Расход воздуха, конечно, офигенный. Но зато стреляет как из автомата. Это вообще классно, да? Пила. Сколько он стоит, пила? 1200, понял. 1200 металлолома, всего лишь. Какие-то сущие копейки, да, ребята? Так, значит, нам нужно с тобой найти, поймать, точнее, 6 свинорыбов. Период нереста. Ну и чё? Период нереста, где рыба? Вижу медуз, целая куча. Но свинорыбки. Я вас жду. Да зачем ты так? Ну. Так, немножко восполнили кислород. А медуза еще так специально, да? Еле-еле передвигается, чтобы попасть в них. Конечно же. Так, сегодня будет что-нибудь такое? Что-нибудь этакое? Вот она. Ни одной не поймал. Блин, да что ж такое-то? На какой волне, ребята, вы не заметили, эти свинорыбки появляются? Так, еще 1100. Окей. Нормуль. Так, а сколько там еще улучшений стоит? Первый раз 4000 заплатили, да? Брат, у меня теперь столько друзей, я счастлив. Хочу съесть пару литков. Начался нерест, мы уже прошли его. В океане прошел косяк лунной рыбы. И все медузы исчезли. Нас ожидают мирные воды. Что там? Ползает множество существ? Да, я знаю, что там ползает. Но что-то мне как-то не везет. Сколько нужно? 8000? Ты серьезно? Мне, наверное, выгоднее баллон купить. С кислородом. Как ты думаешь? Нет, ну серьезно, они расхваливают. Ну, поплыли. Давай посмотрим, что у нас тут. Спокойный день. Медуз не будет, надеюсь. Или мне кажется, или здесь действительно кислород как-то очень быстро тратится. Ну-ка, дай-ка. Вот так вот. А может быть нам взять котика с тобой обратно, а? Возле него просто крутится целая куча рыб. Ну хоть кто-нибудь-то приплывет сегодня покрупнее или что? Поймал.
Ладно. 5700. 5700. Нам еще с тобой нужно 3000, получается, да? Так, это 5 деталей. Мне сегодня приснился удивительный сон. И я попал в волшебное место, а волшебнее всего было плавать среди рыб на моем кислородном баке. Тебе такого не хочется? Конечно, хочется. Спрашивает еще, хочется ли мне? Поймай... А, свинорыбы. 3 штуки. В никуда, да? Ну, давай. Ну. И все мимо, да? И все мимо. Вот так вот сделаем. Окей, всех поймал. Медузу нам не нужно. Вот это я, пожалуй, возьму. Опа. Так, отлично. Не надо медузу. Ну что ты делаешь? Ну зачем нам эта медуза? Ага. Чуть было медузу опять не поймали, да? Вот она, гигантская рыба, она мне нужна. Почему они все время появляются, когда у меня практически не осталось кислорода, а, друзья? Но ведь так нечестно. 2000 монет. Угу, давай. Ну что, теперь я могу себе улучшить гарпун. Или же все-таки улучшим баллон? Нет, гарпун, давай вначале, да? Хоп, отлично. Так. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на сегодня пока закончим с игрой. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.